Всем привет, друзья! Сегодня прекрасный жаркий летний денек, и я решил покрасить на своей машине передние диски. Для этого мне потребуется краска, спрей, грунтовка и лак, а также наждачная бумага для затирки, для зачистки дисков от шероховатости, сколов. Ну, вы видите, в каком состоянии диск. Тут вот потертости. Здесь. Так что буду приводить диски в порядок. И покажу, как я это буду делать. Кстати, скажу по цене. Краска стоит 450 рублей. Она серебристая. Грунтовка 280 рублей. И лак 380 рублей. Использовать буду наждачную бумагу различной зернистости, 120, 320 и 800, самая мелкая. Это уже для финальной очистки. Так что начну. Так, друзья, начинаю зачищать диск 120-й. Наждачкой. Так, друзья, так выглядят диски после зачистки 120-й наждачкой. Сейчас буду зачищать 320-й. Почистил 320-й шкуркой диски. Так вот они выглядят после обработки. Сейчас смою пыль и даю дискам высохнуть. И дальше можно будет уже приступать к нанесению грунтовки. Итак, друзья, диски просушены. Буду наносить грунтовку. Грунтовку наношу без предварительного применения обезжиривателя. С помощью обычных визитных карточек вот так вот прикрываю шины, чтобы не запачкать. И наношу краску и грунт. Единственное, что картон должен быть плотный и достаточно тонкий. Итак, наношу грунтовку. Второй диск. Грунтовку буду носить в два слоя с перерывом в полчаса. Итак, друзья, наношу второй слой грунтовки. Итак, после того, как второй слой грунтовки высох, наносим непосредственно краску в один слой сначала. Потом, спустя 40 минут, наносим второй слой.
Все, как я уже сказал, 40 минут ждем высыхания. Итак, 40 минут прошло, и пришло время для нанесения второго слоя краски. После нанесения второго слоя краски также нужно подождать высыхания 40 минут и уже после этого приступать к финальной стадии, завершающей это нанесение лака. Итак, друзья, прошло 40 минут. Буду наносить лак. Лак наносится в два слоя. Первый слой наношу, также даю высохнуть 40 минут и наношу второй слой. И жду 40 минут, и можно будет устанавливать колеса на машину. Итак, пошло. Все, жду 40 минут. Так, 40 минут прошло, а значит, наношу второй слой лака. Все, жду 40 минут. И буду устанавливать диски на машину. Итак, друзья, буду устанавливать диски. Так вот они выглядят после покраски. Значит, для покраски дисков я потратил пол флакона грунтовки, пол флакона лака и один целый флакон краски. Вот, то есть для покраски четырех дисков мне нужно было бы еще покупать один дополнительный флакон краски. Ну, в общем-то, вот все, что я хотел сказать и показать. Всем спасибо. Пока. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии.